Всем привет, меня зовут Вострякова Полина. Я являюсь квалифицированным психологом общей практики с высшим профессиональным образованием. И вот уже более 5 лет я веду свой блог, разрабатываю, провожу собственные проекты, авторские курсы. Раньше давала консультации, но сейчас сосредоточилась на чем-то более творческом, и поэтому в данный момент сижу перед вами. Да, кстати, я являюсь постоянным автором курсов Puzzle Brain. Вы можете перейти на платформу, у меня там уже более 100 различных проектов на разные темы в области психологии личности и психологии отношений. Сегодня я подготовила для вас курс вот прямо с пошаговым планом действий. От того, как заполнять профиль на сайте знакомств, через знакомство, свидание, сожительство, свадьбу и до того, как проходить различные кризисы, как выстраивать счастливые и здоровые отношения. На протяжении всего курса мы будем с вами идти к здоровым гармоничным отношениям, делая практические задания и выполняя рекомендации от психолога. Это, если что, я. Также вас ждут различные тесты, чек-листы и практики, которые максимально будут дополнять теорию и приближать вас к вашей цели. Курс будет очень полезен, если вы хотите, наконец, попрощаться с одиночеством, начать доверять мужчинам и шаг за шагом выстраивать здоровые гармоничные отношения. И давайте уже переходить скорее к первому уроку. Сегодня мы в целом обсудим, зачем нам нужны отношения, и сделаем очень классную практику, сформируем запрос на курс, ну и на ваше будущее в сфере отношений в целом. Окей, давайте ответим на вопрос. Вот хочу, чтобы каждая из вас сейчас его задала. Для чего мне отношения? Вот просто зачем? Это меня устраивает. Поразмышляйте над этим вопросом, потому что очень часто, когда я его кому-то задаю, я слышу, ну, такие банальные ответы. Ну, я уже устала быть одна, я вот хочу переехать в нормальную квартиру, не хочу больше платить за аренду. Я хочу ребенка, я хочу переехать в другой город или в другую страну. То есть все это на самом-то деле цели. Но они, мои хорошие, деструктивные. И если у вас в голове будут конкретно эти цели, то никаких здоровых и гармоничных отношений мы с вами, к сожалению, в своем будущем, настоящем, не увидим. Поэтому сразу этот курс можно выключать. Я хочу вам сказать одну вещь. Отношения не должны заполнять вашу внутреннюю пустоту. То есть не должно быть такого, что у вас внутри какая-то дыра, у вас боль после расставания или развода, у вас проблемы с самооценкой, вы не можете находиться наедине с собой, у вас вот просто какая-то дыра, и вы хотите взять мужчину и эту дыру заполнить им. Так не получится. В первую очередь, в самую первую, мы должны с вами выстраивать гармоничные отношения с собой. Мы должны быть уверенными в себе, мы должны быть в здоровых отношениях с собой, да, уметь находиться в одиночестве, кайфовать от себя, любить себя. И только потом мы можем впустить мужчину в нашу жизнь для какой цели? Чтобы вместе с ним становиться еще лучше, чтобы он как бы дополнял наш союз с самой собой. Вот только в этом случае мы построим действительно здоровые отношения. И вот как раз-таки несколько ключевых ошибок, да? Когда есть неверная цель, то есть я там хочу встретить мужчину, чтобы переехать в другую страну, поэтому я общаюсь с иностранцами, это сразу нет, это сразу неверная цель. Также еще очень-очень большая ошибка многих девушек, они не понимают, какой мужчина им нужен. То есть, ну, как будто бы она кого-то встречает, да, и думает, ну, в целом нормальный мужчина. Потом встречает другого и думает, ну, это тоже в целом нормальный. Потом выясняется, что у этого одна проблема, вторая проблема, и девушка не знает, как себя вести. Например, там у одного нет квартиры, как она бы хотела, наверное, у себя в голове. У второго нет автомобиля, как бы тоже бы ей очень сильно хотелось в мечтах. И она не понимает, то это, не то, продолжать вообще, не продолжать. Потому что нет четкого запроса. Там встретила блондина, встретила брюнета и не может выбрать. Вот чтобы такого не было, нам с вами нужно сформировать цель и прям конкретный запрос, какого мужчину я хочу видеть рядом с собой, чтобы так
произошло, чтобы мы с вами шли по этому курсу с четкой целью, ну и вообще по жизни. Прямо сейчас перейдите под этот урок и откройте в соседнем окошке практику, которая называется «Мой идеальный мужчина». И вам нужно прямо по пунктам написать, какого мужчину видите рядом с собой. Вот практика показывает, честно вам говорю, это уже проверено просто, мне кажется, тысячами женщин, как только вы напишите, какой мужчина вам нужен, вот именно такого вы встретите. Это чистая психология, это не какая-то магия, не эзотерика, не астрология и так далее. Это чистая психология, вы пишете конкретный запрос и видите мужчину, который подходит под эти запросы, и вы понимаете, что да, это он. То есть, что вы можете написать? Вы можете написать, как он выглядит, например, ну, я не рекомендую, знаете, там писать, он блондин с голубыми глазами, но если вам это очень важно, то, конечно же, напишите, я не могу вам запрещать. Я рекомендую написать, к примеру, какого он роста, какого он телосложения, да, ну, просто такие общие черты. Вы можете написать, сколько он зарабатывает, да, там, у него заработок от такого-то количества денег. Какое у него хобби? Чем он любит заниматься? Напишите, например, что он не имеет никаких вредных привычек, если для вас это очень важно, чтобы мужчина не курил, не пил, не употреблял какие-то запрещенные вещества. Напишите, в какой сфере он работает. Может быть, у него свой бизнес, может быть, у него какая-то удаленная работа, он фрилансер. Что для вас важно и если важно? Также напишите, как он любит проводить свободное время, куда он любит ходить. Вы можете написать, что там, он не ходит по клубам и не любит такого вида досуг. В общем, пишите все, что захотите. Абсолютно про этого мужчину. Вот представьте, какой он у вас в мечтах. И практика показывает, что девушки после этого упражнения действительно встречают такого мужчину, как я вам уже и рассказала. Так что, мои хорошие, давайте сформировать цель. И еще такой момент очень важный, когда вы будете писать, какой мужчина должен быть рядом с вами, все-таки немного приземлять себя, не витать в облаках, потому что тоже практика показывает, что огромное количество девушек, которые еще там до сих пор живут с родителями, не имеют никакого образования, там только школу закончили, еще ничего даже в жизни не приобрели, и уже пишут, что я хочу мужчину, который зарабатывает как минимум 5 миллионов рублей в месяц, у которого как минимум 3 автомобиля в его личном автопарке и так далее. То есть, если вы сами не работаете, не учитесь, то смотрите, какой мужчина сейчас будет вам, ну, плюс-минус по вашему статусу. Я понимаю прекрасно, что всегда хочется кого-то рядом видеть лучше, богаче, опытнее и так далее. Добрый вечер, Анастейша. Но мы немного все-таки смотрим и на себя тоже адекватно, объективно оцениваем, не занижаем планку тоже, да, и наоборот. Мы, если там у нас в целом есть и работа, и свои деньги, и нормальный хороший заработок для девушки вашего возраста, мы не пишем, что нам там нужен какой-нибудь... Коля с заработком, ну, хотя бы 30 тысяч рублей в месяц, да, то есть такого мы тоже не пишем. Все, и это очень важный момент, который стоило проговорить. Как будет выстроена работа на курсе? Вы сейчас формируете свой запрос, и дальше урок за уроком, шаг за шагом мы с вами будем приближаться к нашей цели. Мы будем где-то менять мышление, где-то узнавать какие-то факторы. Например, я буду рассказывать, как вести себя на свидании с мужчиной, как правильно заполнять свой профиль на сайте знакомств. И когда вы будете все это слушать, вы будете где-то что-то узнавать новое, какие-то инсайты, да, ловить, как это модно сейчас говорить, менять свое мышление, менять понимание, вообще подход, да, какой-то к знакомствам, к общению. Дальше буду уже рассказывать там про кризисы, как их решать. Это все очень серьезные знания, которые 100% пригодятся вам в будущем. И к концу курса вы обязательно сделаете, ну, хотя бы уже первый шаг на пути к здоровым, гармоничным отношениям. И я, если честно, всегда, всегда абсолютно точно, с уверенностью гарантирую результат на своих проектах, если вы будете что-то делать. То есть, если вы будете выполнять практические задания, рекомендации, я полностью на 100% гарантирую результат, который вы получите.
Ну и обязательно дайте себе обещание пройти этот курс до конца. Вот я прям тоже всегда очень рекомендую это сделать. Это личная ответственность перед самим собой. Это вот просто вы даете обещание, и вы понимаете, что вы ни в коем случае не должны сбиться с пути. И вы приобретаете новые знания, новый опыт. Вообще, вот, возможно, даже в жизни много чего поменяется, так оно обычно и происходит. И при этом вы даете себе обещание, становитесь ответственным перед самим собой. Вот, что тоже безумно-безумно важно для каждого человека. Поэтому мы обещаем себе пройти этот курс до конца, во что бы то ни стало. Уделяйте этому курсу буквально 15-20 минут в день, и я уверена, что все у нас с вами обязательно получится. Я буду рядом во всем помогать и поддерживать. Ну и сегодня мы с вами узнали, для чего нам нужны отношения, сформировали запрос на курс, на будущее, на мужчину в целом. Далее будем говорить несколько уроков про знакомство с мужчинами, как правильно это делать, как знакомиться на сайтах определенных наших любимых. И до встречи на следующем уроке.